Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый Меня зовут пожалуйста. Ксения. Да. Рейха. Наталья, наконец-таки мы добрались на Sendetex. Хочу вас познакомить с менеджером, который отвечает за русскоязычный рынок. Рейха. Наталья. Очень приятно. Здравствуйте. Очень приятно. Не на каждой фабрике можно увидеть русскоговорящего менеджера, и когда он есть, это прямо большой бонус. Очень приятно. Рейхан, мы знаем вашу фабрику уже довольно давно, потому что компания Sedent Textile регулярно участвует на нашей выставке в Анталии. Но многие телезрители или люди, которые будут смотреть это видео, они наверняка не знают, чем занимается ваша фабрика. Поэтому не могли бы вы вкратце рассказать, что вы производите? Sedentex – это один из самых крупных фабрик, который производит все виды трикотажа. Это кулерка, кашкорсе, трехнитка. И мы производим все виды трикотажных тканей. Давайте пройдем в шоурум, и я вам покажу нашу новую коллекцию. Но перед тем, как посмотреть новую коллекцию в вашем шоуруме, необходимо все-таки познакомиться с руководителями и основателями этой фабрики, чтобы узнать историю создания. Я так понимаю, что это семейная фабрика, да? Много фабрик в Турции семейных. Вот мы на одной из них. Ну и, соответственно, после этого надо посмотреть машинки, а уж потом мы пойдем, чтобы посмотреть качество и вашу новую коллекцию. Пройдемте? Да. Уважаемый господин Мэмду, и вы знаете, что обычно клиенты все переживают о том, есть ли у вас фабрика или нет. Мы уже увидели, что вы огромная фабрика. Расскажите, пожалуйста, историю создания вашей фабрики. Şirketimiz yaklaşık 40 senelik bir geçmişimiz var. İhracat ağırlıkta çalışıyoruz. Bayan dış giyimle alakalı kumaşlar üretiyoruz. Yaklaşık 30 tane makinemiz var. Ona bağlı olarak çeşitli Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, o tür yerlerde ihracat yapıyoruz. Сколько миллионов метров или тысяч метров вы производите? Aylık yaklaşık 300-400 ton gibi bir kapasitemiz var üretim olarak. Bu da işte senelik yaklaşık 4000 ton gibi bir kilo yapıyor. Сколько человек работает на вашей фабрике? Bünyemizde 60 kişiye yakın personelimiz var. Отлично. Я слышала о том, что у вас есть и покрасочные, и свои машинки, которые вяжут трикотаж. İmalatımız burada kendi bünyemizde, örme makinalarımız var. İplik gelir, buradan boyalı kumaş halinde ihracat yaparız. Ну и самый главный вопрос, что главное для вашей фабрики в отношении с клиентами? Yurt dışındaki müşterilerimizle, genelde müşteri temsilcilerimizle kontak kuruyoruz. Ne isterlerse, hangi kumaşı isterlerse onları yapmaya çalışıyoruz. Kendi koleksiyonumuz var. Arge'ye çok vakit ve para harcıyoruz. Arge bizim için önemli. Kendi ürettiğimiz koleksiyonları sunuyoruz. Sürekli kartele gidiyor müşterilerimiz yurt dışına. Onları da bizim gönderdiğimiz kartelerden seçip bizden talepte bulunuyorlar. Ona göre üretim yapıyoruz. Böyle süreç devam ediyor. Отлично. Спасибо большое за информацию. Ну и по традиции проверяем машинки. Спасибо большое. Biz teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Sağ olun.
Отличная экскурсия. Это очень важно, что мы увидели весь процесс и все рабочие машинки. Опять же, по традиции я должна спросить. Клиенты, зачем должны прийти в Sedentex? Что вы им можете предложить? Ну, конечно же, в первую очередь, наша новая коллекция. И наши ведущие ткани – это купра, модальная ткань. Вот такая вот нежная, мягкая, на ощупь. И еще и у нас есть все виды трикотаж, конечно. Кулетка, кашкорсе, трехнитки, конечно. Отлично. Скажите, пожалуйста, сколько необходимо заказать, например, на один цвет вот этой вот ткани? Наше минимальное количество на заказ – это 300 килограммов. На цвет? На цвет, да. 300 килограмм на цвет – это очень приятное количество. Это круто. А сколько времени необходимо для производства такой ткани? Это меняется от количества ткани, конечно, но примерно 4 недели. Отлично. Я думаю, что мы детально покажем ткани, которые есть у нас в коллекции. И главным образом, где клиенты могут встретить эту компанию, это на выставке в Париже, TexWorld, в Стамбуле на TexExhibition, в Москве на Интерткани, ну и, конечно же, в Анталии на Виптексе. Спасибо огромное за экскурсию, спасибо, что нас приняли, спасибо, что показали нашим клиентам все ваше производство. Мы с удовольствием поделимся контактами этой фабрики. Welcome! Надеюсь, что у вас благодаря нам появится много клиентов. Спасибо и вам. Приятно было познакомиться с вами.